желтая, с цветочком. Для меня какой-то, а для тебя мы не знаем. Что, я как бы одеял. И сам на ватрушке поеду. Я тоже. И мы сегодня как бы на пляж. Всем доброго весеннего утра. А я хочу показать вам, что творится у нас в Саратове. Просто снег. Весна, где ты? Приди уже к нам, пожалуйста. На улице просто идет снежок. Снежок. Погодка. Все выходим на улицу. Вчера была весна, а сегодня мы проснулись, и зима на улице, зимняя зима. Просто дети, вы рады, что снег? Да. Вы рады зиме? И, кстати, у меня погодка, на голове мамина шапка. Да, Вадюха сегодня взял мою шапку. Я сегодня поеду на машине. Что тебе кажется, Вадим? Мне кажется, что она мне даже больше идет, чем та с драконом. Тебе все идет. Под лицу, в ток лицу. А мы едем за справкой. Вчера не успели, сейчас едем за справкой в поликлинику. Ксюш, ну ты ключик вставляй. Взяла ключи от машины и решила куда-то поехать, да? А у меня эта машина умеет не... Влево поворачивай, в мою сторону. Что, никак? Никак. Сейчас сломаешь. Сейчас с машиной. Вся в снегу или в кокосовой стружке? В кокосовой стружке. Иди садись в машину, поехали. Ждем, пока машинка прогреется. И отправляемся. Куда, Ксения, отправляемся? В поликлинику! А зачем? Чтобы забрать справку. Не забрать, а взять справку. У нас каникулы закончились. Вчера мы, кстати, так и не успели. Ой, как печка громко работает. Включить немножко. Да. Не успели вчера в поликлинику, потому что поздно пришла посылка, пока я съездила по делам, пока в магазин, в гараж. В общем, не успели мы. Ну ничего, и поедем сегодня. Скорее всего, Ксения пойдет в садик с понедельника, потому что в четверг. Так, в четверг Вадим идет на ментальную арифметику, а в пятницу мы едем к нашей бабушке. Да, на день рождения! Поздравлять нашу любимую бабулечку с днем рождения, да. Так что с понедельника Ксюнечка пойдет у нас в садик. Да! Рада? Соскучилась по ребятишкам? Да. Кроме да, еще что-нибудь знаешь? Да. Вадюша, ты остаешься с папой? Да. Ну все, тогда мы поехали. Ты к нам в поликлинику за справкой. Садись в машинку. Вадюха, в общем, остается у нас у папы. Чего ты улыбаешься? Смотри, скользко, иди по резиночкам. Ага. Поднимаемся. Давай мне ручку. Опа, аккуратно, можно подскользнуться. Заходим. Отряхивай ножки. Садись. Садись пока на диванчике посиди. Угу. Спасибо. Пойдем, дочь. А, нам надо бахилы еще одеть. Смотрим бахилы. Так. Держи тебе бахилы. И мне еще одну нужно. Давай искать 15-й кабинет. 15-й. Что, ножки поднимай повыше. Так, ищем мою курточку. Я помогу тебе. Угу. Руку снимай. Подожди. Тяни. Все, теперь давай посидим. Прямо сейчас подождем. Врач придет. Лубашка. Покажи хвостики свои красивые. Сегодня косички не захотела, Ксюша, плести. Сделали просто хвостики, да? Нравится тебе с хвостиками? Ты молчишь? Ты что молчишь? Все, выходим. Пилы снять обязательно.
Тебе помочь? Сама? Угу. Тише, осторожнее, осторожнее. Выкидывай мусорку. Выбрасывай, ничего страшного. Пойдем. Ну что, Ксюнечка, ты молодец. Да! Мы сдали анализы и ждем сейчас результаты. В понедельник Ксюха идет, я уже сказала, в садик. И самое обидное, что мы не смогли к педиатру попасть. Сейчас часы работы уже ее закончились, и завтра у нее плотный график. Мы приехали в платную клинику. Поедем просто завтра в обычную поликлинику и возьмем справку. Почему мы сразу, кстати, не поехали в обычную? Потому что там по записи только на следующей неделе нужно прийти. А в садик обязательно, если вы не ходите долго, нужно сделать соскоб. Поэтому мы поехали сюда вот. Платную клинику. Да, а завтра просто придем в обычную нашу родную поликлинику. Пойдем к нашей медсестре, она нас посмотрит, послушает, да, сердечко послушает, что они там легкие слушают, горлышко посмотрит. И напишет справку, что Ксюша здорова, и мы с чистой совестью пойдем в садик. Как тебе неделька каникулах? А? Каникулы у тебя получились такие целые. Даже, наверное, не неделя, две недели, неделя. Дней 10, наверное, да? 2 часа. С 8 марта, кстати, ты не ходишь. Вот на праздник сходила, а потом попросилась в выходные. В общем, такие у нас дела. Ждем результатов. Я крутая, как еще нужно? Ага, открывай. Давайте помогу. Давай. Побежали, побежали. Ой, как громко хлопает. Да, в садике снега, конечно, тоже навалило, да, Ксень? Что у вас тут? На, держи, отдашь справку. Держи, Ксень. Отдашь воспитателю. Тише, не потеряй. Чем вы там занимаетесь? Нифига себе, вы на гору залезли. Вы подсматриваете? Да, как на лыжах катаются. А, Ксень, пошли, у тебя варежек нет? А что это у вас за бутылки? Вы что, тут каток заливаете? Пошлите греться. Погнали, погнали, Вадюк. Богатенькие вы мои буратины. Идут опять денежки тратить. Собрался. Я знаю, что я куплю. Рассаду огурцы, помидорки и морковь. Кому, бабушке? Ну, нет, мы посадим землю. А ты что купишь? Угу. Ваш любимый отдел, да? С игрушками. Ну, ты не так дуешь. В сторону надо. Сильнее! Ой, меня аж обклевало всю. Пошлите на кассу. Денежку достань. 62. У Вадима осталась сдача с его накопленных денежек, да, и он что-то хочет купить Ксюхе. А что ты хочешь мне рассказать? Не про смекалку. Не про смекалку. Да. Угу, давай. Вот ребята разожгли костер возле дерева. Ну, вроде как и хорошо согревается дерево, и вроде как и плохо. Они могли сжечь дерево. Так. Ну, и хорошего в этом. Дерево согревается, а плохого дерево... Могло жить. Сгореть. А в чем смекалка? Не смекалка. А, мне кажется, это больше называется нелогично. Ну, разжечь костер. Половина смекалка, половина не смекалка. А, это вы в школе так проходили сегодня? Да. Угу. И смекалка — это то, что дерево могло сгореть. И смекалка — то, что они сделали дерево, чтобы ему было тепло. Они хотели как вроде лучше, да?
Ну, а с другой стороны, дерево могло... Не, ну они и себя хотели согреть, потому что шел дождь. Они сидели... Ну, ребята, я же сказала. А, ты сказала, прослушала. Это, там шел дождь, вроде как дереву холодно, и ребятам они согрели себя и дерево. Ага, разведя костер, да? Да, и они сделали себе хорошего. Так, ты мне зубы пришел заговаривать, ты нет, мне честно скажи. То, что... вот уроки сами себя не сделали. Да нет, то, что еще они жарили картошку на этом костре. Ага, веселая история от Вадика. Иди уроки делай, хитрюшка. Я готовлю ужин. У меня сегодня будет печень тушеная куриная. И на гарнирчик будет гречка и перловка. На выбор, кто что захочет. Нарезала уже лук. Сейчас у меня печень немного поджарится, точнее потушится. И я добавлю туда лук, а еще сливки. Получится такая нежная, вкусная печень. Ксюш попросила лимончик. Зачем тебе лимончик? Чтобы поесть. Покушать? Ну-ка, давай пробуй. Покажи, как ты ешь лимончик. Можно мне тоже? Вкусно? Кисло. Кисло? А я могу показать, как я ем без кисла. Ну-ка, Ксения, подожди, сейчас Ксюш покушает. Будешь еще? А его с кожурой можно, кстати, есть. В кожуре сам. Я помыла его, конечно, и в кожуре витаминки, и в самом лимончике. Очень много витамина С, да? Ну и чё? Только горькое. Ну не ешь С, друг, кушай лимончик сам. С, друг, вкус. А я когда была маленькая, я любила лимон есть с сахаром. В чай кидаешь лимончик, а потом его достаешь, макаешь сахар, и как такие лимонные дольки. Кстати, конфетки такие есть. Мармеладки, да. По-моему, да? Лимонные дольки. Угу. Ну и что, вкусно тебе, Ксения? Сейчас мы покажем, как я ем. Смотрите на меня. Знаешь, как полезно, Ксения? Офигеть, у меня девочка ест моя лимончик. А никогда не ела, а это пришла и попросила лимона. Вот, представляете, одна луковица. Я ее ем. Ну, потом покажем, как ты ее ешь. Да, луковица. Но с Вадим с детства кушает... Лук и чеснок. Вот мне было 4 года. Одному мальчику было, по-моему, 9 лет. Вот. Мы соревновались, кто первее съест луковицу. И кто больше ее съест. Я больше съел. Хотя мне 4 года. Угадайте, кто победил? Я. Ну что, ты доедаешь уже? Ну покажем, как я лук ем. Ну хочешь, не ешь. Я же тебя не заставляю. Ты сама его попросила. Наелась? Нет, еще будешь есть? А я сейчас покушай, давай. Ну, кусай. Давай. Мама сейчас отрежет мне. Ну и как? Давай. Ну что, следующий Вадюшка. Давай. Сейчас. Ну, давай уже. Ой, а зубы застряло. Ну как, вкусненько? Да? Меня смотри, когда ешь. Даже не дернется, а? Не кисло тебе? Ой, ты ешь, а у меня аж прям мурашки по коже. Это просто был прах. Все-таки кисленький лимончик немножко, да? Мы садимся ужинать и желаем всем приятного аппетита, кто кушает, да? И вам тоже приятного аппетита. Все, кушайте, берите вон огурчики, еще помидорчики. 1, 9, 8, 9.